Йоу, what's up? Всем салют, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка. Наконец-то я добрался до альбома Asuka Prince. Сначала не мог прочесть, почему-то я читал, что это конструкт. Вот, оказывается, это концентрат. Ну, вроде так. Короче, здесь у нас 13 треков. 1 800 000 с чем-то прослушиваний. Так, совместки Гуф. Ну да, Принц отметился совместкой с Гуфом. Порадовал своих слушателей. Может, не порадовал, учитывая косяки за шквар Гуфа. Короче, давайте не будем тянуть. Начнем с первого концентрат. Что делать, если... Реклама, да. Начнем мы с рекламы. Первый трек, погнали. Эй, стоп, тихо. Что-то как-то так резко началось, как будто. Ну вот он, наш принц в своем репертуарчике. Интересно, этот альбом сильнее будет предыдущего или нет? Лайтово. Спокойно, тихо начинается альбом. Ну, не тихо, но такой простенький трек, минорный. Бит неплох, флоу такой легкий. Мне нравится, как он меняется на протяжении трека. Неплох. Казахский, наверное. Если английский, то с таким акцентом, что как будто бы казахский. Окей. Такой, знаете, он не элитный, но такой, как будто дорогой хип-хопчик. Так, Vampire. Кросс видели всю грязь, видели, кто мразь, они двигали туда, где говорили, ты не власть. Что в голове парить, принц? И такой белый пушистый в припеве. Вроде так мощненько, сейчас думаешь, сейчас будет прям напор такой, агрессия, наверное, какая-то в припеве. Итак. Битло хорошее, флоу неплох, в принципе, текст понятный. Посмотрим, что будет дальше. Многоэтажки. Что они творят, все уят, везде плагиат. Что они творят, все уят, яд, яд. Что они творят, все уят, везде плагиат. Что они творят, все уят, яд, яд. Что они творят, все уят, везде плагиат. Байп из многоэтажек. Алма-Ата, квартира та же. Акапелла на месте. Неплохой приемчик с этим эхом. В принципе, ну, неплохо, типа. Особо не зацепил. Ну, так, на фоне чисто может спокойно играть. Как-то не напрягает слух. Money. It's all about money. Ну, музло годное, конечно. Нравится. Сейчас еще биточек какой-нибудь будет. Ссылочка. Ну тут мне зашел больше, конечно, припев и битло. Окей. Так, без. Неплохо. Я заметил, что он любит вот эти повторения пускать. Но, опять же, как будто вот напора не хватает чуть-чуть.
Ну, возможно, этот трек он раскачивает прям на концертах. Пока все простенько. Но этот один из лучших, мне кажется, пока что. Этот, потом «Вампир», наверное. «Концентрат». «Бунт». Прикольный звучок и бас. Жирно. Опять повторение. Не, вот «Бунт» пока топчик. Вот этот пока больше всего мне понравился трек. Такой реально кочевый он. И все, и настроение, в принципе, нормальное. Короче, пока это топчик. Ок, гитарку мы услышали. Что за мотив сейчас будет? Много денег, это круто. Папки вместо парашюта. Крутимся, как чертова юла. У меня все окей. Хороший бит. Положу железный свой бол. Всем тут хватит, не кипишуй. Закурю табак и ментол. Не нарушу где-то фэншуй. Три полоски не на трико. Три полоски не на трико. В чем прикол? Три полоски не на трико. Я что-то пока не догоняю. Есть что, объясните, может, я пойму. Что-то я даже текстов не увидел. And не Steams. Не знаю, что такое. And не Steams. Это опять казахский. Так, надо перевести все. О чем вообще песня? Я не знаю, что сказать. Какой-то такой простенький, добрый бит. Не понял, о чем вообще песня. Что-то смотрел перевод, но переводчику Google тоже не стоит доверять. Вот. Ну, какая-то она, я не знаю, добрая, что ли, песенка. Такое впечатление сложилось. Так, дома. С Гуфом. Мы слушали. Вот знаете, вот это прям вообще, кстати, прикольная песня. Она прям вообще балдежная такая. И припев, и куплеты. Это один из топов. Короче, «Бунт», «Дома», потом «Без». А, нет. Так, «Бунт». Ну да, «Дома», «Ок», «Без». Ну как-то так, короче, у меня складывается все. «Мама Ми», посмотрим еще тут 4 трека. Один «Утро», конечно. Лол, тут комментарий увидел. Превосходишь скриптонита и других казахских исполнителей. Ну что-то, чувак, ты ошибся, мне кажется, Дима Михеев. Это тоже, в общем, мне не понравившаяся песня. Какая-то она. Но она, я не знаю, для девочек, мне кажется. Но, в принципе, неплохо. И гитарка красивая. Вот это поворот. Вообще лайк за это. Неожиданно. Я как раз сидел и думал, блин, интересно, будет что-нибудь неожиданное. Но такое я не стану слушать еще раз, мне кажется. «Манекен», вторая часть.
Я, конечно, не помню, слушал ли я первую, но возможно. Я без тебя, я без тебя, манекен. Да, без тебя, слушал. Вижу друг с твоим именем. Имя ее не забыть, нет, так же, как я стану. Я без тебя, я без тебя, манекен. Я без тебя. Блин, а я не эту песню случайно слушал? Я без тебя. Я, конечно, не знаю, нужна ли была вторая часть этой песни. Надо сейчас послушать ту первую, потому что, ну, у меня такое впечатление было, что я вот реально уже это слышал. Я без тебя, я без тебя, манекен. Я без тебя. Ну да, здесь немножко другое музло. Я без тебя, 300 лет без воды, земля. Не знаю, мне кажется, не обязательно было вторую часть писать для этого трека, для этой песни. Мне только кажется. Ненавидят. Ненавидят, ненавидят. Ну покажи мне, кто есть кто и кто из них тут лидер. Я раскурю все их альбомы, просто дома сидит. Они пытаются любить тебя, но ненавидят. Знаешь, ненавидят, ненавидят. От ненависти к нам у тебя нихуя не выйдет. Читаю по глазам и больше не хочу их видеть. Они пытаются любить тебя, но ненавидят. Тоже, в принципе, неплохой трек. Мне кажется, вообще, вот, ну вот им можно было завершить этот альбом. Но у нас есть Олд Ультра. Давайте заценим. В принципе, ну я уже сказал, какие мне больше всего зашли. Это Бунт, Дома, Дома, Ок, Бес. Что еще? Мани. А, ну тут, в общем, все треки совмещены. Кто говорил тебе правду? Много тех, кто называл тебя брат. Большинство делали все за награду. Ну а мы создавали свой концентрат. Окей, это отличное завершение альбома. Но, по сути, все по альбому я сказал. Треки, на мой взгляд, сильно выделил. Удивила Мама Мия концовкой. Манекен, я не понял, зачем он тут нужен вообще. Ну, типа, вторая часть. Ну, возможно, кому-то прям так сильно понравилась первая часть. Не знаю, вот ничего не могу сказать. Пишите ваше впечатление от альбома. Можете составить топ-5 своих треков в комментариях. Я думаю, все на этом. Спасибо большое. А, ну и как вы считаете вообще, эта пластинка лучше предыдущей или же нет? Типа, как думаете? По-моему, с первого альбома я тоже где-то, ну, вот столько треков выделил. Не знаю. Но они у меня есть в аудиозаписях. Короче, все, давайте увидимся в комментариях. Почитаю, поставлю лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out.